Вечірка. В ефірі Бессарабія ТВ новини, в студії Олена Малайван. Вітаю вас сьогодні у нашому випуску. У Білгород-Дністровському в останній час досить часто говорять про приїзд городян пільгових категорій населення. Аграрії продовжують збирати врожай ранніх зернових культур. Нові павільйони з'явились на деяких автобусних зупинках Білого міста на Дністрі. Випускники Національної академії Державної прикордонної служби України приїхали на захист батьківщини. У середньовічній фортеці розпочались розкопки. Науковці вивчають султанську мечеть та християнський храм 15-го сторіччя. Про це та не тільки дивіться далі. Залишайтесь з нами та не перемикайтесь. Городяни Білого міста на Дністрі стали помічати, як на деяких автобусах громадського транспорту почали з'являтись таблички «Пільг немає». Наші кореспонденти поцікавились у місцевих мешканців, як вони ставляться до цього, якими були їх відповіді, дивіться далі в сюжеті Тетяни Коваль. В последние дни на улицах Белого города на Днестре начали появляться автобусы с табличками «Льгот нет, проезд платный». Пенсионеров, да и многих других местных жителей это ноу-хау возмущает. Пенсионеры, я вам честно скажу, я лично недовольна. Потому что многие маршруточники говорят, что есть льготные желтые автобусы наши, а все остальные платные. На каком основании? Это надо подать жалобу, я Алигинак, и там выше, конечно, нашему правительству. Потому что мы действительно получаем пенсию 1200, и я на эту пенсию не могу жить. Я постоянно подрабатываю, несмотря на то, что мне на операцию тоже надо много денег сейчас поправить свое здоровье. Откуда взялись, чтобы платные? Ну вот ваше мнение, вот на маршрутке пишется, вот нет, что вы делаете? Я не села. Я не села, подожду автобус. Не, ну, постановы этого исполкома не было такого решения. Откуда начали брать деньги? Люди недовольны сложившейся ситуацией. Пенсии не самые высокие, приходится экономить на всем. А тут еще льготного транспорта практически нет. Приходится чуть ли не часами стоять на остановках и ждать автобус, на котором можно ездить по льготе. Нет, там маршрутка пишет, льгот нет заранее. Вот я вижу, сидел, автобус подошел, написано, льгот нет. Все, люди, хоть ты стреляйся. А у нас маршрутка пока ничего не указано. Не пишут ничего. То есть вы пользуетесь льготами? Пока я пользуюсь льготами, да. Как пенсионер, пока пользуюсь льготами. Показываю удостоверение, они молчат. Вот такое дело. Пока. Но еще, но говорят, что отменят на самом деле, да. И это плохо. Я хоть это не, еще не старый пенсионер, но все равно тяжело. Выжить в этом мире сейчас очень тяжело. Особенно людям, которые получают до 1500. Это вообще скандал. Они еще отменяют льготы людям. Это же очень страшно, когда бабушка не может поехать на базар, ничего себе купить, чтобы выторговать какую-то копеечку. Вы понимаете, это очень страшно. Это не государство, я не, вообще против этого всего, очень. Да, он приходит, вот, льгот нет, ну как это так? И бабушка сидит, ждет, когда будет эта маршрутка, чтобы она поехала. Так что... Еще одной проблемой, с которой сталкиваются пенсионеры, это возмущение со стороны водителей. Их, конечно, можно понять. Но что делать людям, которым приходится выкраивать из своего скромного бюджета деньги на поездку? Водители, они требуют полную цену. Ну вот у меня, ну как говорится, раньше по молодости брали земельные участки. Вот на Малогу. Это 8 рублей мне туда и 8 оттуда, а еще по городу. Это получается только одна поездка, 22 рубля. Как можно дальше? Это неправильно, они же не имеют права. Это только отмена Верховной, ну, в общем, наше министерство или там Верховное. Они только могут отменить льготы. А эти не имеют местной власти. Они могут только стоимость проезда уменьшить или больше. А льготы не имеют права. Большинство опрошенных горожан не понимает, кто и почему принял решение об отмене льготного проезда и ждут объяснений. Им, наверное, условия ставят или нет? Они должны возить льготику. Вот, пожалуйста. Вот, льгот нет. Вот спросить у него, кто это постановление дал такое, льгот нет. Как это нет? Татьяна Коваль, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Продовжуємо тему. 4 липня у Білгород-Дністровській міській раді відбувся брифінг у заступника мера Альберта Алтухова. Він розповів про ситуацію, яка склалася останнім часом з проїздом пільгових категорій населення. Детальніше розповість Тетяна Карпенко. Напевно, більшість городян, які користуються послугами громадського транспорту, помітили ось таке оголошення на деяких автобусах. Проїзд
пільговий та без пільг. Щодо цієї ситуації, 4 липня у міській раді відбувся брифінг заступника міського голови Альберта Алтухова. На початку посадовець нагадав, що згідно підсумків конкурсу, який відбувся у 2016 році, офіційними перевізниками у Білгородністровському є АТП 15107 та КП «Автотранссервіс». Умови договору для всіх однакові. Вот если мы берем договор, который на сегодняшний день имеет силу, который подписан между исполкомом, мэром Аллой Федоргиной и бочковарем Иваном Владимировичем, согласно этого договора, мы читаем сегодня, перевозчик обязан осуществлять льготную перевозку всех категорий граждан, которые имеют право на данную услугу согласно действующего законодательства. Пункт 24.11 этого же договора – предоставлять в установленном порядке по согласованию с заказчиком расчеты размера компенсации за льготные перевозки по установленим тарифам. Як каже Альберт Алтухов, підприємство АТП 15107 нібито відмовляється обслуговувати пільгову категорію населення. Та більше того, днями до міської ради надійшов лист від вказаного підприємства щодо компенсації коштів за проїзд. Цифри вражають, каже посадовець. Зараз вони просять за обслуговування одного маршрута номер 1 8 мільйонів 768 тисяч гривень, а за обслуговування маршрута номер 2 просят 8 миллионов 611 тысяч гривен. При этом считает тариф 8 гривен 69 копеек. То есть они хотят, чтобы у нас тариф на перевозки был 8 гривен 69 копеек сегодня. Вот они так хотят, они так посчитали. То есть сегодня они обязаны возить, обязаны согласно этого договора, согласно статье 37 закону України про автомобільний транспорт, обязаны возить наш льготний контингент. В минулому році частину грошей за проїзд пільгової категорії населення підприємство АТП 15107 виділили з місцевого бюджету. Та дісталася усної угоди між ними та виконкомом щодо суми оренди 3 автостанцій. До цього часу ситуацію якось вдавалось контролювати. Але у 2017 році коштів на компенсацію проїзду пільгової категорії населення міська влада не передбачила. Змінилися й умови вище вказаних домовленостей. Як результат, це відобразилося на керманцях. І сьогодні ми не можемо предоставити качественну услугу для перевозки, ну, в лице исполкома наших граждан города. Поэтому вот 3-го июля было написано письмо в управление околотрансинспекции в Одесской области в связи с поступлением многочисленных жалоб. Последние вот дни, больше, по-моему, 37 жалоб пришло уже. Вот от жителей города на неправомочные действия водителей автобусов АТП 15107 прошу направить представителей управления Укртрансинспекции в Одесской области для осуществления державного нагляду за соблюдением требований законодательства во время предоставления транспортных услуг ТОВ 15107. Якщо вам відмовили у пільговому проїзді, посадовці радять звертатися до поліції для складання протоколу. Більше того, Сергій Круп дав пораду місцевим жителям. Я хочу обратитися к нашим жителям і сказати, что вы имеете право на бесплатный проезд. Я сейчас перечислю еще раз, и так все об этом знают. Участники боевых действий, инвалиды войны, дети богатодетных семей, инвалиды первой и второй группы, дети-инвалиды, лица, которые сопровождают детей-инвалидов, ветераны военной службы, органов внутренних дел, МЧС, лица, освобожденные от военной службы, которые стали инвалидами под час прохождения службы, родители военнослужащих, которые погибли, реабилитированные лица, граждане, которые пострадали впоследствии Чернобыльской катастрофы первой и второй категории, дети, которым установлена инвалидность в результате Чернобыльской катастрофы, и пенсионеры по возрасту. Вы все можете ездить бесплатно, вы обязаны ездить бесплатно. Что вам делать? Значит, на маршруте 1, 2, там, 2А, там, 7, 8,
письмом. Вам говорят о том, что вот есть какая-то Филькина грамота висит, что льгот нет. Вы, значит, говорите так: мы платить не будем, потому что нам положено по закону. И все. И смело можете выходить из автобуса. Если какие-то неизвестные лица, водители говорят о чем-то вам другом, значит, все знают номер телефона 048-49-102. Як будуть далі вирішувати питання щодо проїзду пільгової категорії населення у Білгород-Дністровському та чим в цьому допоможе поліція? Відповідь дасть лише час. Але літні городяни не задоволені існуючим станом справ. Тетяна Карпенко, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. У Білгород-Дністровському продовжують встановлювати нові павільйони на автобусних зупинках. Вже на деяких з них акерманці можуть спостерігати оновлені конструкції. В останні декілька тижнів городяни, які користуються громадським транспортом, помітили на деяких зупинках будівельників. Вони встановлюють нові павільйони. Конструкції виконані зі скла, облаштовані лавками, прикрашені логотипом середньовічної фортеці. Зручні та захищають людей від вітру та опадів, кажуть місцеві посадовці. До речі, з міського бюджету на ці потреби виділили 300 тисяч гривень. МЦ «Благоустрій» провів прозоро конкурси. Вот, участвовало два конкурсанта, вот, и выиграл у нас ФОП «Кузнецов», который делал в том году эти остановки, с небольшим разрывом, но выиграл, и они приступили уже к монтажу на улице Первомайской, видели, две остановки, один возле роддома, остановка, а вторая вроде пожарной части. Згідно рішення виконкому, є затверджений список зупинок, які у цьому році підлягають заміні. На кожній конструкції буде місце для оголошень, карти міста та на її даху з'явиться назва зупинки, кажуть у мерії. Цей титульний список ізначально розглядався іменно це центр міста. Ми вже в тому році частину остановок по вулиці Ізмаїльській встановили. Одну большую остановку на Победе установили. Вот. И этим титульным списком была предусмотрена установка 8 остановок по городу. Но после проведения торгов, мы это радует, благодаря нашей прозоре, это радует, деньги были сэкономлены, и уже мы вышли на 10 остановок. Старі металеві конструкції будуть перенесені у віддалені райони міста, розповідає Альберт Алтухов. Їх будуть фарбувати, облагороджувати, аби вони теж отримали відповідний вигляд. Та у міській раді пам'ятають, як встановлені у минулому році скляні конструкції потрапили у поле зору вандалів. Тому звертаються до городян. Ми звертаємося до нашим жителям міста, що, в принципі, це їх гроші, це їх налоги. Вот, которые тратятся на благоустройство города, и чтобы они все-таки более бережно относились к своим деньгам, которые они вкладывают в развитие города. Олена Маливан, Андрій Романовський, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. Сьогодні о 5-й годині ранку на території Будакської коси в селі Курортному Білгород-Дністровського району у зв'язку з погіршенням погодних умов, а саме через блискавку, сталася пожежа в житловому будинку. На щастя, загиблих та постраждалих немає. На гасіння пожежі було направлено одне відділення Білгород-Дністровської пожежно-рятувальної частини та одне відділення Сергіївської пожежно-рятувальної частини. В зв'язку з сильним поривистим вітром вогонь охопив поруч розташований будинок. Дане повідомлення про розвиток пожежі надійшло о 5 годині 24 хвилину. На допомогу ліквідації гасіння пожежі було направлено одне відділення Білгород-Дністровської рятувальної пожежно-рятувальної частини ПТК «Шабо», у нас в селі Шабо знаходиться пожежно-рятувальна частина, та фермерське господарство «Миколаївка» надала свою техніку для підвозу води. Дана пожежа була ліквідована о 7 годині ранку. Гасіння пожежі ускладнили погодні умови – сильний поривистий вітер та злива. Вітер досягав 20 метрів за секунду. Під час пожежі було знищено одну дерев'яну будівлю та одну кам'яну будівлю. Врятовано три поруч розташовані будівлі. Орієнтовочна сума врятованого майна – 1 мільйон гривень. Причина пожежі – розряд блискавки, який влучив дерев'яний будинок. У Білгород-Дністровському
Дніпровському районі збирають врожай ранніх зернових культур. Наші кореспонденти поспілкувалися з головою райради Валерієм Лобановим. Дізнавалися перші підсумки та перспективи на 2017 рік. Подробиці дивіться далі. Аграрії Одеської області приступили к уборке урожая ранних зерновых культур. Хлебороби спешат. С раннего утра и до позднего вечера работает техника. В Белгороднестровском районе уже подвели первые итоги. На 30.06 было намолочено порядка 8 тысяч тонн. Из них первый тысячник у нас в районе, это был СВГ «Мрия», руководитель Скалозуб Виталий Николаевич. В принципе, мы с головой районной державной администрации посетили это предприятие. Реально, ребята молодцы, которые сегодня занимаются, сегодня решают наши проблемы. И благодаря им сегодня мы будем иметь достаточно, я надеюсь, неплохой урожай, который наш район соберет на 2017 году. То есть, в принципе, из них два еще предприятия, которые собрали 1000 тонн, это был СК «Шабалат», руководитель Чернега Михаил Павлович, и Уполюк Виктор Станиславович, это СК «Прогресс». Как рассказал Валерий Лобанов, в 2016 году урожайность была достаточно высокая. Результаты 2017 тоже будут не хуже, надеются фермеры и представители районной власти. Даже несмотря на не самые благоприятные погодные условия, которые наблюдались в мае и в начале июня. Сегодня есть предположение, что урожайность будет нормальная. То есть мы выйдем на те цифры 2016 года. Это достаточно солидные показатели. Такие показатели были... Ну, если, опять же, не изменяет память, то давненько. У нас средняя где-то 40-45 до 50, это 50-60-65 центнеров. Это достаточно солидные цифры. В этом году должны быть виды не хуже 2016 года. По словам Валерия Лобанова, сельхозпредприятия уже начали вести подготовку к сбору рапса. А сейчас все силы аграриев направлены на то, чтобы обеспечить страну и украинцев хлебом. Битва за урожай продолжается. Татьяна Коваль, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ. Виноградників Лакарена не існує. Це міф, каже радник начальника Одеської поліції. Про це Руслан Форостяк написав на своїй сторінці у мережі Facebook після зустрічі з групою опонентів французького винороба, які 4 липня завітали до управління Національної поліції Одещини. Далі цитую. Об'єктивно, на сьогоднішній день встановлено наступне. Є декілька проваджень, в тому числі кримінальних, за правопорушення, які вчинили кожна зі сторін. Встановлено, що деякі звернення до правоохоронців безпідставні або мають на меті тиск на опонентів у цьому господарстві. Конфлікті. І це також факт вартий уваги. Встановлено, що виноградників Лакарена не існує. Це міф або навіть шахрайство, ознаки якого вже досить чітко та недвозначно вбачаються в цій тривалій історії з іноземним інвестором та невдячними місцевими мешканцями. Білгороднестровські правоохоронці вилучили сумки з вибухівкою. Сталося це в одному з сіл району. Жінка вийшла на город збирати вишню, але її чекав сюрприз – сумка з небезпечними боєприпасами. Вона покликала свого сина, а вже він, в свою чергу, викликав поліцію. Дежурная часть Белгороднестровского отдела полиции поступило сообщение от жителя села Выпасное о том, что на приусадебном участке заброшенного дома обнаружена сумка с предметами, которые похожи на взрывчатку и боеприпасы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции обеспечили недоступность для местных жителей этой территории, она была оцеплена. Также на место была вызвана группа специалистов по пиротехническим работам. Прибывшие на место происшествия сотрудники пиротехнической службы исследовали содержимое находки. С места происшествия были изъяты более 300 боеприпасов разного калибра, тротиловые шашки и запалы. Изъятое направлено на экспертизу в Одессу, в центр экспертиз.
Ведомости внесены в единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по статье 263 «Незаконное обращение с оружием». Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, которому принадлежат изъятые боеприпасы. Продолжается досудебное следствие. До Білгород-Дністровського загону приїхали випускники Національної академії Державної прикордонної служби України. Молоді офіцери надалі будуть охороняти рубежі саме на півдні нашої батьківщини. У Білгород-Дністровському прикордонному загоні поповнення. Сюди для проходження подальшої служби приїхали молоді офіцери. Усі вони закінчили Національну академію Державної прикордонної служби України. Цей випуск став особливим, ювілейним, 25-м. Після першої відпустки лейтенанти відправились на ділянки державного рубежу. Протягом тижня з офіцерами будуть проводитись заняття, зокрема, буде проведене ознайомлення з особливістю охорони державного кордону саме на ділянці нашого загону Білгород-Дністровського. За кожним офіцером, лейтенантом молодим, закріплений досвідчений офіцер, який буде виступати у ролі наставника і допомагати на першому етапі їхньої служби безпосередньо, по різним питанням, надавати допомогу індивідуальну. Усі вони прибули з різних куточків нашої держави. Як розповідають у загоні, випускників академії також планують познайомити стародавнім містом та перлиною на Дністрі. Кожен з них обирав собі майбутню професію серцем. Спочатку мати мені говорила, що ніби можна піти в прикордонники, там є до чого рости. Підписав контракт, потім вступив до Національної академії і вже офіцером прибув захищати наші кордони. Ця професія у мене, напевно, з дитинства, тому що проживаю безпосередньо біля кордону. Також навчався у військовому ліцеї і вирішив стати саме прикордонником. Дехто з молодих офіцерів-прикордонників пішов по стопам своїх близьких. Кажуть, що це честь – захищати свою неньку батьківщину. Обрав я цю професію, тому що в мене батько проходить службу в Державній прикордонній службі України. Я надзвичайно задоволений, що я вибрав іменно Державну прикордонну службу України. Я з малку, можна сказати, хотів бути військовим. Серед сильних, дужих та відважних чоловіків до загону також приїхала і тендітна ніжна дівчина-лейтенант. Вона, як і її колеги, теж буде проходити службу на кордоні. Військовою я хотіла стати ще, можна сказати, з дитинства, шкільних років. Мені подобалася ця служба. Ще з класу десь 10-го я вже хотіла стати військовою. Бачила багато по телебаченні, в журналах про військових і сама якби захотіла стати військовою. Олена Малоїван, Андрій Романовський, Бесарабія ТВ. У одного з мешканців Білгород-Дністровського району виявили наркотичне зілля. 3 липня стражі кордону спільно з поліціянтами провели санкціонований обшук у власному помешканні 69-річного жителя селища Петрівка. В будинку було виявлено 8 кілограмів макової соломки, а на земельній ділянці – 68 кущів снодійного маку. Ці, так би мовити, знахідки вилучили та направили для проведення відповідної експертизи. Про це повідомили у прес-службі Білгород-Дністровського прикордонного загону. Озеро Картал розташоване в Рінійському районі Одеської області. Через порушення зв'язку з Дунаєм воно замулилося. У 1995 році ці території визнали водно-болотним угіддям міжнародного значення. Наші дні почали процес оздоровлення місцевої екосистеми. Галина Величко розповість більше. В последний день июня в селе Орловка Ренийского района торжественно открыли экопарк «Картал», названный так в честь озера, вокруг которого он расположен. Право перерезать символическую красную ленту предоставили почетным гостям, среди которых были представители власти, общественники и экологи. Я считаю, что такие объекты должны открываться в большем количестве. У нас очень хорошая природа. У нас благополучный, благоприятный край, нам есть что показывать туристам, нам есть самим чем гордиться, нам самое главное, что есть в чем развиваться и что могут делать местные жители.
Особое внимание гости праздника уделили вопросу развития туризма на юге Украинской Бессарабии. Ведь это поможет не только сохранить прекрасный край нашей страны в первозданной красоте, но и создаст хорошие условия для привлечения средств. На последней сессии Одесский областной совет первый раз за последние 7 лет даже профинансировал программу «Туристичная Одещина». Здесь присутствует заместитель начальника управления областного туризма. То есть мы со всей ответственностью понимаем, что туризм – это та отрасль, которая побочно получает, та отрасль экономики нашего региона, которая может принести не только поднятие районов наших, но и параллельно привести экономику. Работы по созданию парка провели совместно с европейскими специалистами. Это часть международного проекта «Комплексное использование ресурсов пойм», как пример нового эффективного хозяйствования в условиях изменения климата. В этом регионе мы действительно работаем давно, и в частности вот озеро Картал является одним из таких вот наших фокусов. Уже был реализован целый ряд проектов и по оздоровлению экосистемы озера Картал. Сегодняшний день, в общем-то, посвящен открытию экопарка. И действительно это важное событие не только потому, что этот объект имеет природоохранное значение, но это важный момент, это важный шаг в развитии местной общины Орловки, это важный шаг в развитии этого края. Мы знаем, что в принципе этот край, к сожалению, не является, вот эта часть Одесской области не является известной в плане туризма, хотя вот Орловка и в частности эта местность, это уникальное место и с природной точки зрения, и с исторической точки зрения. Начало было положено прошлой осенью. Тогда в качестве эксперимента сюда завезли стадо из 14 закарпатских водяных буйволов. Они хорошо адаптировались, уже родились 2 теленка. Этих животных считают естественными мелиораторами. Поедая водную растительность, они тем самым расчищают заиленные участки. А это очень важно для восстановления озера. Кроме них, в природном заповеднике можно увидеть представителей Красной книги Украины. Желтую цаплю, каравайку, краснозубую казарку, малого балкана. А еще тут можно встретить более 2000 видов краснокнижных насекомых. Вот такое удивительное место выбрали для строительства первого в Одесской области экопарка. Для туристов разработали уникальные маршруты. Пешеходный экологический по деревянным мостикам и земляной дамбе длиной 230 метров уже существует. А вело и конные скоро должны появиться. Экопарк построен на деньги Евросоюза. В финансовой поддержке участвовали Австрийское агентство по развитию и Австрийский Красный Крест. А жители села Орловка самостоятельно оборудовали мостки. Для них экопарк – это новые рабочие места. И, конечно же, поступление средств в сельский бюджет от налогов, предприятий, гостиниц и ресторанов, которые будут здесь открываться. В данный момент это 3 рабочих места, а мы планируем расширяться, это когда будут экскурсии проводиться, и мы планируем еще закупить стадо буйволих, именно молодшего направления, которое будем готовить моцареллу. Тогда уже больше 10-15 рабочих мест будет. Помимо туризма, экопарк даст биомассу с плантацией вербы и тростника для высокотехнологичных твердотопливных котлов. Один из них уже установлен в Орловском доме культуры. Это станет альтернативой дорогостоящему газу. В перспективных планах у руководства экопарка организовать для туристов маршрут на байдарках на протоке Лузарса к озеру Картал, катание на квадроциклах и угощение оригинальными блюдами местной кухни. Они надеются, что эти меры дадут хороший толчок в развитии Украинской Бессарабии. Галина Величко, Виталий Солодухин, Измаил, Бессарабия ТВ. З 1 липня в середньовічній фортеці Білгород-Дністровського розпочались розкопки. Представники науково-дослідницької експедиції у складі вчених, викладачів та студентів Південноукраїнського університету та Інституту археології України вивчають Султанську мечеть та християнський храм 15-го століття. Наталія Мальцева розповість подробиці.
Пасмурная погода, порывистый ветер и дождь не страшны ученым и археологам. Эти люди, посвятившие жизнь истории, готовы в любое время изучать артефакты и буквально докапываться до событий минувших лет. С 1 июля в средневековой крепости Белгород-Днестровского начался очередной период исследований. Твердыню посетили представители научно-исследовательской экспедиции в составе ученых, преподавателей и студентов Южноукраинского университета и Института археологии Украины. Уже несколько дней они трудятся над одним из наиболее привлекательных туристических объектов в Гражданском дворе. Руководит экспедицией кандидат исторических наук Ирина Тесленко. Есть определенные задачи, которые касаются построение стратиграфии объекта, который уже начинали копать в прошлом, поэтому мы о нем и знаем. То есть по существу мы заканчиваем или планируем закончить начатое предшественниками. Это экспедиция Галины Мезенцевой середины 70-х годов 20 века. Она часть мечети, соборной мечети, султанской мечети в центре германской крепости, так сказать, зацепила, да, выражаясь вот таким языком, и оконтурила две стены по факту, то есть выявила их полностью, но не, так сказать, не дошла до основания. Ученые изучают минарет султанской мечети 15 века, а также остатки фундаментов самого здания и расположенного внутри него христианского храма. Как рассказывает Андрей Красножон, отчеты предыдущего археологического исследования говорят о том, что здание мусульманской святыни изучено не полностью. Осталась практически нетронутой северо-восточная часть и значительная территория к югу-востоку и северу от ее стен. Для Белгорода 15 века и для Акермана 15-начала 19 веков это место было, ну, центром сакральным, поскольку здесь находилась вот, собственно, центральный православный храм. Он находился в центре вот оборонного комплекса. И это самое высокое место, можно сказать, практически, да, вот рядом с дозорной башней на Керманском мысу. И здесь же была по этой причине на самом видном месте выстроена Байзедом II или в его правление после захвата крепости турками вот эта султанская мечеть. Вот ее размеры 20 на 20 метров, от нее сохранился минарет. Как рассказывает историк, в один из периодов русско-турецкой войны мечеть превратили в церковь, в начале 19 века именованную Троицкого полка. Вскоре сооружение снесли, а сам минарет сохранился просто чудом. Планируя раскоп, было устойчивое представление, в литературе, в всяком случае, научное, оно зафиксировано, что минарет связан по времени с постройкой султанской мечети, то есть относится к 15 веку. Однако сейчас можно, ну, с определенной долей уверенности говорить, что этот минарет, скорее всего, поздний и относится к, ну, возможно, даже 18 веку. А вот первичный минарет, который находится в переплетении, собственно, фундаментов мечети, в единой с ней, так сказать, стратиграфической структуре, да, вот он находился у другой стены, и сегодня от него сохранился лишь фундамент. До конца августа ученые планируют исследовать порядка 160 квадратных метров площади. Завершение начатых в конце 1970-х годов раскопок мечети позволит полноценно опубликовать все материалы об этом сооружении. Это основная первичная задача. Вот уже за два дня работ уже выявлен контур стены на вот этом вот, грубо говоря, получается, северо-восточном участке. И вот по этому контуру стены сейчас археологи двигаются постепенно, выявляя, так сказать, камень за камнем планировку этого сооружения. Так что вот уже какие-то результаты есть. Уже обнаружено сегодня, кстати говоря, фрагмент фрески. Эта фреска была найдена непосредственно вот в контексте султанской мечети. То есть, может быть, она была покрыта, султанская мечеть, фресками. То, что храм был покрыт фресками, мы знаем. Участники экспедиции надеются, что открытия, совершенные за отведенное на исследование время, не просто удивят ученых и горожан, но и полностью перевернут историю. Наталья Мальцева, Анатолий Лукьянчук, Бессарабия ТВ. Ось такі сюжети підготували сьогодні для вас мої колеги. Зустрінемось вже завтра, як завжди, о 18:00 на телеканалі Бессарабія ТВ. В студії буде працювати Микола Юшкевич. Усього вам найкращого та бережіть себе!